Приехали в болотице интересное. Мы здесь как-то пару раз снимали. Прям такая солидная. И пока взяли вот потихонечку с краю покататься. Попробовать понять, как это все работает. Отлично. Нашли немножко пределу, глубоко не хочется заезжать, потому что, ну, и грязь настолько вонючая. То есть не хватило прям буквально чуть-чуть ему. Сейчас по его следу вытащу, попробую я проехать. Посмотрим, грязевая резина будет тут решать, не будет решать. То есть правая сторона у нас получается. Да нет, но хотя на порогах сидит. И все это замыливается. Ладно, сейчас будем вытаскивать его. После поджерика пускаем не Васик. Грязевая резина. Как-то тоже не поехал. Но проблема в том, что до него еще дойти как-то надо. Здесь грунт примерно как солончак. Я покажу. Ну что, надо лебедить его? Вот этот. Это кошмар. Это просто что-то с чем-то. Человек теперь эвакуировать надо. До Ярста дойти у нас не получается. Сапоги одели обычные. Сколько метров прошли, и Ванька вон утонул. Полностью намок. Сейчас поехали за болотниками, потому что, ну, дойти до Ярста целая проблема. Привезли забродники, чтобы дойти и зацепить в болоте не Васик. Но я думаю, не только не Васик. Да, Николай? Поедем с тобой? Вот. Ну и Николай, и меня тоже, я думаю, надо будет цеплять. Карбюратор упал тебе! Забери карбюратор, отвалится! Давай, ты как-то слабо скорость набирал, Ярст. Еще раз пробуем. Ну что-то не разгоняется, Ярст. Вот, нормально. На грязевой сейчас отлично прошел. Сейчас поедем в ручном режиме, чтобы автомат не переключал. Ну и что, поинтересней? Ну передок выскочил у него, смотри. Как раз на бугорке стал. Это вам не обычная грязь, это солончак, это очень скользкая грязь. Пробуем полностью выехать назад, ну, стронуться хотя бы. То есть дать обороты, попробовать.
Просто машинка немножко стоит на бугорке и все, и не выезжает. Лех, вот эта грязь как называется? Солончак, который сам? Или это хуже солончака? А нет, это хуже солончака. Я даже не знаю. Я говорю, что солончак, но нет, она солончак, настолько скользкая, нет, да, темная грязь. Как болото. И вообще не едет. Сцепили, сейчас лебедочкой будем тянуть. Ну и потом я, наверное, попробую проехать. Ну сейчас намного легче вытаскивать его. Передок-то вышел. Да, лебедка вот в данном случае это вещь классная. Не надо дергать. Даже если динамическими тросами, все-таки лебедка она поинтереснее. Все красиво. Пульт держу в руках потихонечку. 2-2500 оборотов, чтобы генератор давал нормальный ток, чтобы лебедки все это хватало. Сейчас Ванька вот так вот на АТ-шечке. Сейчас Николай хочет попробовать, прям вот правее попробовать хочет. Не фартануло. Правая сторона. Сейчас покажу. Охо-хо-хо-хо. Хорошенько. Ну ничего, лебедочкой потянем. Здесь даже вот стоишь. Все, уже проваливаешься. О, видал? Ну да, здесь и трава забивается, да, полностью. Вот вместе вот с этой грязью. Смотри, что. Да. Да. У меня такая же беда. Надо, короче, двигаться, пока не высохло все это, да? Да, и на моечку. Это первые лужи надо, хотя бы их промыть. Но на лужи ты вот это не выхвалишь, смотри. Ну, все равно.